мастер, безусловно, просто он, я считаю его одним просто даже лучшим писателем современности, и не говоря советского времени, не будем различать, потому что это есть некая эпоха. О Борисе Львовиче рассказывать очень приятно и очень как-то с открытым сердцем хочется это сделать. Иногда заставляют тебя это сделать, иногда необходимо это сделать, а вот в данном случае это хочется сделать, потому что как-то выразить свой восторг перед этим человеком, перед удивительным человеком, российским, с глубочайшими российскими корнями, с нашей русской культурой, и как-то это в единый сплав так соединено, что приятно о нем говорить. Если так вообще говорить о Борисе Львовиче, то он человек верный, надежный, мудрый. А почему именно он мне дорог, как писатель, из многих писателей, которых, как вы знаете, не только в России, но и в мире очень-очень много, это человек сердца. То, что он пишет, написано его сердцем, кровью его сердца. И поэтому это так волнует, поэтому это так заражает. Мы литературная нация. Благодаря Александру Сергеевичу, прежде всего. Остальные шли просто по его стопам. Пушкин сделал литературу из развлечения избранных, сделал частью культуры народа. Просто сделал. Вот это, он перешел эту ступень, эту грань, и вызвал и уважение к литературе, доказал ее необходимость. И она прошла в русскую культуру, русский быт. И трудно себе представить русского человека без литературы. Русским вообще повезло в литературе, потому что таких имен в прошлом веке, какие были у нас, про век нынешний мы не говорим, его оценят потом. Но в прошлом веке таких имен мало. Я думаю, что никакая страна не может похвастаться таким обилием талантов литературных и гениев, какие случились у нас. Когда приходит писатель туда, на Парнас, где боги ждут его, они ждут от художника откровения. Так вот, Борис Васильев – это откровение. Откровение. Для меня, по крайней мере, это, кстати, один из самых крупных прозаиков нашего времени. Русская литература, да, восприняла свое значение как ответственность, гражданскую ответственность перед обществом. Поэтому поэт в России и писатель в России больше, чем поэт и больше, чем писатель. Не гражданин. Он всегда гражданин, прежде всего. Это по инерции перешло, это по как необходимость. И вы аналогов за границей не встретите. Там другие задачи.